Книга притчей Соломоновых. Человек рассудительный скрывает знания, а в сердце глупых высказывает глупость. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно. На пути правды — жизнь, и на стезе ее нет смерти. Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же закона преступников — зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой — себя за бедного, а у него богатства много. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает, души коварные блуждают в грехах, а праведники сострадают и милуют.